Сара, хотел узнать, как ты там? Что случилось в Филадельфии? Не верю, что всех спас какой-то коп. Что за чушь? Долго объяснять. Не верь всему, что видишь по телевизору. В сети то же самое. Ты сам как? Хорошо. Опережаю черный список и предотвращаю войну. Угу. Президент сменила курс. Мол, есть новые сведения. А люди ведутся. Это повод вернуться к работе. У тебя кругом одни поводы. Не буду тебе мешать. Никогда не мешала. Ты мой главный повод, малыш. Один из них, пап. Ладно, хватит. Созвонимся. Выяснили, какая цель выбрана для американского огня? РУМО, нацбезопасность и ЦРУ ничего не знают. Или просто молчат. Мы тоже многое от них скрывали. Все не забудут Филадельфию? И Чикаго, и Бенгази. Мы сожгли много мостов, Сэм. На этом все. Правда, у меня самой кое-что есть. Постарайся на этот раз не испытывать судьбу, ладно? Эй, Сэм. Брикс. В Филадельфии ты был на грани, Сэм. Другого пути просто не было. Тут мы вряд ли придем к согласию, так? Главное, чтобы в итоге лидер инженеров был наш. Мне хватит и миллиона спасенных жизней. На этом все. Поговорим позже. Кобин. Привет, Сэм. Я хотел спросить, где Вик? Не твое дело. Просто спросил. А то ребята поговаривают, что он в больнице. Что, опять играешь в одинокого мстителя, а? Заткнись, Кобин. Я повторять не буду. На этом все. Ладно, все. Увидимся, Фишер. Эй, Чарли. Эй, Сэм. Слышал, Вик уже не в реанимации. Ты говорил с ним? Нет, он еще без сознания, но состояние у него стабильное. Спасибо за новости, Чарли. Пусть нас известят, когда он очнется. Конечно. Думаю, пока все. Увидимся, Сэм. Прямое включение из столицы штата, где губернатор Зипчинский объявил завтрашний день днем сержанта Гаррета Дэвина. Сержант героически предотвратил газовую атаку в метро Филадельфии и спас, по мнению экспертов, не менее 100 тысяч жизней. Среди праздничных мероприятий – парад, обед у губернатора и вручение медали в здании Сената Пенсильвании. На вопрос о чествовании Дэвин ответил, цитирую: «Я просто оказался в нужное время в нужном месте». Господин конгрессмен, высылаю расшифровку. Я прочел. Дело серьезное.
Наш друг утверждает, что за инженерами стоят религиозники. Может дать имена, номера счетов. Что-то уже сходится с нашими данными. Непонятно... Насколько он сам чист, да. Ваши данные надежны? Колдол гнет линию, что Иран абсолютно точно подставили. Я же этим хитрым сволочам не доверяю ни на грош, как те тресни. Но раз ваш парень что-то нашел... След компонентов для теракта Филадельфии тянется из Казвина. Проверено. Когда закончите с ним, выставим его на показ в столице. Пусть Колдуэлл с Тегераном знают, как в США дела делаются. Диспетчер 55-й на связи. Прием. Слушаю, 55-й. Что у вас? Нападение на водителей на шоссе АИ-15 к северу от Макамона. Прием. Ясно. Рапортуйте. У нас тут 10-12 гражданских с пушками и баррикады на шоссе. Они устроили блокпост, чтобы в случае чего остановить террористов. Охренеть. Сможете их разогнать? Их больше десятка, и у них винтовки. Настроены очень серьезно. Как насчет подмоги? На 89-м у границы штата похожий случай. Помощь пришлем как сможем. Отбой. Грим. Нури в Гуантанамо. Вот черт. В чем дело? ЦРУ приволокло Резу Нури в Гуантанамо. Его сейчас допрашивают о роли Ирана в черном списке. У Нури были сведения? Надо узнать, что он там делает. Но сейчас он сидит в тюремной робе и выдает данные в обмен на милость. Если есть что сказать, говори. Ладно. Грим права. Ты облажался. Заигрался в ковбоя, а нам расхлебывать. Эй, тише, мы же исключили Иран. Неважно, кого мы исключили. Если Нури запоет, то может подтолкнуть США начать войну не с теми. Именно. И кому это может быть выгодно? Садико. Нури явно его человек. Это лишь догадка Сэма. Точно нам не узнать. Мы разругались с ЦРУ после Бенгази и Чикаго, они ничего не скажут. Верно. Ты лишился всех контактов с разведкой. У меня есть ты. Это еще что значит? Будешь работать вместе с Грим и Чарли. Как Чарли мне поможет? Никак. Ты поможешь ему. Мы лезем туда. Туда? Вы спятили? Чарли нужны протоколы безопасности, чтобы мы могли вскрыть их защиту. Это не так просто. Нужны документы, ключ карты. Не вопрос, это я смогу. Это безумие. Не для нас. Там много наших парней, так что обходимся без убийств. Эми, усыпляющий газ и дымовые шашки избавят нас от проблем. На колени. Встать. Теперь вы заключенные 7-го лагеря тюрьмы на базе Гуантанамо. Кивните, если поняли. Встать, быстро. Заключенный, я ваш конвоир. Вы должны подчиняться моим приказам. Кивните, если поняли. Не думал, что ты справишься. Да. К счастью, у меня еще есть допуски ЦРУ и пара друзей. Полегче, Брикс. Нужно же порадовать камеры. Твое барахло в тайнике за прогулочной зоной. Отключу свет, чтобы ты мог укрыться.
Нури со следователями из ЦРУ. Они обедают, у тебя есть время. Встречаемся в лодке? Если достану. Если? Ты принимаешь решение на ходу, я планирую по ходу. У тебя выйдет. Откуда уверенность? Иначе никак. До встречи снаружи. Стой! Найди нам выход. И тебя посадили? Ну, как видишь. И меня сюда сади, купек. Я здесь не из-за Садика. Нет? Что же ты за решеткой тогда, думаю, из-за него? Где следующий теракт? Говори. Извини, я теперь говорю только с новыми друзьями из ЦРУ. Говори. Терпи сколько хочешь, но ты заговоришь. Нет, 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 а, нет, нет, не надо. Садик послал меня отвлечь Америку, заставить напасть на Иран. Я спрашивал о терактах, не тяни. Он хотел захватить корабль. Я предоставил для этого людей. Где? Я не знаю, больше я ничего не знаю. Иран не причастен к этим терактам. Кто стоит за Садиком? Больше я ничего не знаю. Эй, что за... Ты больной. Никто тебе не поможет. Прошу, нет. Тебе нужны руки, а мне имена. Я все скажу. Все скажу. Сэм Фишер. Анна Гримсдоттер. Айзек Брикс. Чарли Коул. Ваш самолет. Четвертый эшелон. Он все знает. Все знает. Хочешь найти Садика? Он уже рядом. Я заговорил. Садик убьет меня медленно. Мне больше нечего сказать. Убей меня. Прошу. Прояви милосердие. Браво, Брикс. Thank you.
I really need a vacation. Отлично. Брикс, как слышно? Прием. У меня получилось достать катер. На юг вдоль берега. Понял. Берегись. Аварийка заработала. Нужно торопиться. Рано или поздно они найдут то, что осталось от Нури. Сэм, если что, у арбалета есть несмертельные стрелы. Надеюсь, обойдусь без них. Запомни, Сэм, охранники свои. Убьешь кого-нибудь, им не придется отозвать тебя. Главное, не попадайся на глаза, Сэм. Иначе они вызовут спецотряды и служебных собак. Мы внутри. Это уже радует. Thank you.
Лагерь Рентген. Ты почти у цели. Funny, they don't show crap like this in recruiting posters. Hey, it beats the hell out of getting your ass shot at in some desert somewhere. Little action might not suck. Spoken like a man who's never been in a firefight. I'm just kind of bored. The worst things are being bored. Trust me. Remember you, we're all clear. Сэм, я нашла, где перебраться с помощью троса. Все лучше, чем от собак отбиваться. Я в рентгене. Так, иди насквозь. Доберись до берега, там тебя будет ждать Брикс. Выхожу из лагеря. Иди вдоль побережья. Найди Брикса и сваливайте. Уже иду. Патрульные лодки. Грим скажет, когда можно. Ты все узнал? Нури послал сюда Садик. Отвлекающий маневр, чтобы успеть захватить корабль. Американский огонь. Новый удар. Точно. И еще одна проблема. У Садика есть вторая цель. Мы. Я позволил... Извинения приняты. Я был неправ. С кем не бывает. Зато мы ушли из Гуантанамо. Жаль, похвастать нельзя. Привыкнешь. Да. Мы еще не выбрались.
Брикс, вы как раз между патрулями. Панель пропал. Понял. Перевод подтвержден.